Снизу, 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 терминатор снизу. Тут спецназовцы уже поднимаются. Это обычно босс. И забаррикадирован. Можешь пробовать ящики потихонечку начать отвлекать? Я пока подержу с миссис Брэндоном. Давай, 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 давай. Фак. Куда вы идете? Отлично, я через стекло здесь. Заходим, раз, два, три. Ну здорово, твари. Так, давай, давай, все. Так, вы слышите звуки? Так, давай, 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 давай. Быстрее, 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 все. Запрыгиваем, 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 быстрее. Вот дерьмо! Дэм, вставай, быстрее! Чего-то... Срочная инфа, срочная! Как это срочно, что... Да вставай уже, это реально серьезно, ты должен это знать, боже! Ладно, сейчас поднимусь. Да чего, чего такого? Чего давай, пошли! Смотри, у нас еще час до выхода, дай поспать. Короче, Нет, это реально серьезно. Да погоди, какой ты... Давай, тебе леща что ли дать, чтобы... Какого леща? Час до операции, я не спал до этого сколько. Нельзя сейчас спать. А что, у тебя что-то важное, прям серьезно. Да. Может, ты расскажешь через часок, когда я уже отосплюсь нормально? Нет! Ой, ладно, пойдем, показывай, что у тебя там, мне уже даже интересно стало. Давай, 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 криптокипер. В общем-то... Что такое у меня закончилась здесь? Подписка на... Ой... Так, давай, ты меня что, серьезно сюда привел или нет? Давай, говори. Так, все. Я пошел. Я порылся в базе. Короче. А, да что? Куда ты пошел? Что там? Я порылся в базе ФБР, ага. Которую мы сперли, помнишь, да? Ну. Вот. Нашел кое-что интересное. Ну, что кажется, там нашел? Я знаю, кто такой Биг Бен. Да? Ну это интересно. Да. Ладно, ради такого можно было и проснуться. Ну смотрю, смотрю, что там. Давай, рассказываю. В течение нескольких лет ФБР проводил операцию против крупного российского синдиката в Москве. Ага. Ну, в котором ты состоял, да. Ну да, да, да. Думаю, ты это сам знаешь. Угу. Ты же и был крысой. Да. Так, по их данным, к ним в руки должны были попасть три лидера триады. Мистер Донг, Андрей и Артемон. Последнему из списка удалось скрыться. Но двоих других арестовали и повязали. Направили в тюрьму. Да погоди, я не понял. Ты меня разбудил для того, чтобы рассказать мне то, что я и так знаю. Чувак, ты серьезно? Нет, все, я все, давай, иди так, нахрен. Так, стоп! Постой, ты, блин, ты задолбал. Да я спать хочу, чувак, ну в конце концов, что за фигня-то? Нафиг ты меня вообще сюда вызвал-то посреди ночи? Так, все, молчи, давай. В тот день... Дай мне сосредоточиться с мыслями, все. Давай, давай, давай. В тот день, когда повязали одного из этих лидеров, какие-то два чувака в зеленых костюмах напали на трансфер одного из заключенных и освободили его. Ага. Дальше информация обрывается, но... Угу. Я не просто чувак, я криптокипер, я решил копнуть глубже. Ну давай, говори. Я просто посмотрел, кто сейчас из лидеров триады находится за решеткой. За решеткой оказался только... Андрей. Странно. И что я дальше? Я свел всю информацию, которая у нас была. Получается, что те два дебила, которых мы поймали, в тот день освободили мистера Донха. Они не знали, кто он такой, но они знали другого человека по имени Биг Бен. То Таким есть... образом, они вытащили мистера Донха, даже не догадываясь, что это он. Так как Биг Бен и мистер Донх — это один... И тот же человек! То есть ты хочешь сказать, что все это время Биг Беном был мистер Донг? Да. То есть, получается, в тот день, когда я пришел к агенту, он уже знал, что мистер Донг сбежал, да. И не сказал мне об этом. А я просто пошел к Берды чинить кадики бухать. И все произошло, и, соответственно, дальше ты уже сам знаешь. Получается, если бы я тогда его застрелил... Если бы я тогда завалил его, то сейчас... Да. Сейчас бы Лина была жива. Получается, это я виноват в том, что она умерла. Я мог пойти к ней, и когда бы эти дебилы ворвались, я бы их остановил. Сколько же ошибок я допустил. Почему? Почему в тот раз?
Почему же в тот раз я решил оставить его в живых? Что со мной не так? Получается, это все время был я. Только я был виноват в том, что мои близкие страдали. И этот урод мистер Донг знал, кого убить. И поэтому он надел маску. Он беспокоился, что я его найду. Криптокибер, то, что мне рассказал, это было очень важно. Спасибо, что разбудил меня. Знаешь, что? Нужно позвать Брэндона этого. Как его там звали этот? Подписочку-то мне продлить. По какую подписочку, блин, сейчас не до этого. Че ты можете серьезно хотя бы хоть раз вести, но такую информацию узнал. Такую информацию, которая переворачивает все. Все теперь по-другому. Ну, а теперь нам нужно пойти убить Биг Бена. Ну или, как уже известно, Донха. Пиши, звони Брэндону. Напиши этому, как его звали, этого парня-то, который с нами то все время был. На вертолете еще прилетел. Как его? Не знаю. Как его тут все время с нами тусит? Никогда не спрашивал, кого зовут. Я ему все время говорю, эй, ты там, или чувак, какой-то. Или там пижон. Ну, да, мафиозник. Да-да-да. Скажи то, и напиши еще Артемону, что мне понадобится помощь, потому что этот урод, скорее всего, засел очень жестко. Так, пиши всем, что мы должны просто собраться прямо сейчас, всеми силами. И выйти к его базе, потому что этот урод, он точно там? Моим данным, да, должен быть там. Так, ну все, давай, пиши, звони. Ах, жесть, просто. О! Пивку, конечно, вы что, слушайте сюда, внимательно, чуваки. Мы выдвигаемся, уже... Не, выкинь это пиво из рук, убери, ты что, блин, ты сейчас не дал алкоголя вообще. Нет. Ладно, вы что, в магаз сходили, что ли? Я узнал кое-что важное. Да, Биг Бен все это время был мистером Донхом. Чё? Да! Тот самый мистер Донг! Это он вальнул Лину, ты понимаешь? Это он, тот самый ублюдок! Я думал, он за решеткой гниет! Но эти идиоты из ФБР, после того, как я его им сдал, уничтожил всю его охрану и просто вот так на блюдечке им преподнес, просрали его в тот же день! Ты представляешь, в тот же день они его просрали, твари! Ну он и урод! Так что когда сейчас... Когда мы его вальнем нахер? Да, сейчас! Мы уже набираем Артемону. Нет, сейчас. Сейчас! Ну успокойся ты! Вы что, вы пока шли сюда, выпили полбутылки, что ли? У нас важная операция, нельзя быть бухим, нужно быть трезвым, как стеклышко. Ты написал Артемону? Это для смелости, для смелости. Да, я всем написал. Все написал, что будет подкрепление у нас? Да. Ну все, собираемся. Почему ты до сих пор не в броне? Братан, давай иди, это надень броню. Не стой тут. Так, а ты сходи за оружием. Так, криптокипер, берем весь арсенал. Мне гранат побольше. Гранатомет возьми. Все отлично. Есть? Сколько у тебя ракет всего? Штук 5 будет хотя бы? 4 есть. 4, нормально. 4, все отлично, этого хватит. Просто прорываемся, прям бежим на пролом. Прям вообще жестко будет. Прям. Смотри, какая пуха. Да я вижу. Есть для меня пулемет? Пулеметных патронов побольше нужно будет в машину. Ты че, бой просрал, что ли? Нет, я имею в виду пулеметные патроны есть? А, патроны-то сейчас будут. Да, патроны, конечно, патроны. Смотри, я очень как представляю, это криптокипер, смотри. Короче, заезжаем к ним на базу на машине. Ты, если что, просто взрываешь стену, проезжаем дальше. Все патроны с собой мы не сможем потащить, это может быть дофига. Поэтому машину будем рядом держать, чтобы если что, прямо из этих ящиков доставать боеприпасы. Mm-hmm. Что думаешь? Так, вот те патроны, вот раз, тут есть два, тут есть три, четыре, пять, даже шесть. Короче, ждем ответа от Артемона. Я себе тоже взял пулемет, с него удобнее. Так, Брэндон, вы с братаном это... А, да. Какого хрена? Да. Ты опять бухаешь? Да выбрось этот. Да. Что у тебя за костюм? Все. А, ну я снять как бы плащ, чтобы надеть броню. Все, хорошо, надевай. Короче, Брэндон, вы с братаном пока это поднимите... Это, ты серьезно? Да, ну и что? Ну. Ты серьезно, Брэндон, ты серьезно? Да, все, договори уже. Ты серьезно? Да, что ты меня своей обоймы кидаешь? А мне можно? Криптокибер. А если я тебя так кину, Да вы серьезно, чуваки? Вы серьезно? Я, у нас важная фигня, нужно сейчас кучу боеприпасов взять, быть готовыми к битве, вы напухаться решили просто сдохнуть там, что ли? Да там все, я оставляю. Дофигища чуваков разных. Боже мой, как же с вами тяжело работать. Все, давай, собирайтесь, ящики сюда поднимайте, потом бухать будем уже после этого, погнали. Все, погнали. Это собираемся, ну уже, все, пойдем. Такой смелости. У меня, блин, смелости полные штаны. Все, выходим, на выход, пошли. Давай, не будем ждать ответа от Артемона, подъедем, будем ждать их уже там, окей? Ты взял с собой телефон? Ладно. Все, вперед, погнали. Пора уничтожить мистера Донха.